стоит? Я ебу, что ли, это Мерс. Да хуйня этот Мерс, ёпта. Ну. Ладно, я сейчас подъеду к тебе. Да нормально. Нормально, блядь. Женя с нами, короче. Ну, он как бы с нами, но он без нас. Как бы с нами, но под нами. С нами, но бля, рядом. Меня мусора повязали на машине, ночью, пидорасы. Ночью, блядь, мы в окно смотрим. Прикинь, кто-то припарковался, и они пидоры. Как да, и, так да. И у тебя, братан. Да, так кто, бля, который... Да нормально, бля, ёпки. Так и у тебя, братан, было. Только притормозил, оставил да, машину. Да, да. Мы с балконом. В 12 утра? Да, в 12 утра. А что за чувак? Женя, это ты? Я не знаю, кто это. Тёма? Простите меня, пожалуйста. Он, короче, его нашел и просто первому контакту позвонил, как-то попалось на меня. 12 тюрьме давай. Если что... Витя! Женя, блядь. Не бить башку. Ладно, всё. Это... если что там написано, Настя Рину же, пусть сюда позвонит. Так он, а, да я ему сам позвоню, нахуй, ёб. А, на свои цифры? Как? На туре. Может, я позвоню? У меня же 2-3 было. А, ты мажор, да, я забыла. Вот что-то Денчик говорил, что не пришли. А, жарко. Говорил, да, вчера. Вообще у меня 4-3 было. Ну да, ну типа, а ты жарко. Один у Раймика, блядь. Потом... Два в ремонте, блядь. Один у меня, второй дома за 1,5 косаря. Что-то мы в пробке, блядь, стоим, нахуй, заебало. Где Кеша, нахуй? Пусть сюда идет. Да ну нахуй, блядь. А? Блядь. А еще говорят, что я резко тормозил. Так. Мне предъявили, что я резко тормозил. Так. Смотри. Не, сейчас мы с музычкой пойдем. 96, не ссы нахуй, блядь. 96,2. Подожди. Подожди. Ой. Фу, видишь, нахуй ты так жарко сделал. Нахуй, блядь. Бля, братан, не гони. А где холодно? Бля, я знаю, откуда блядь, это пока что. Вись, не гони гусей. Мне блядь, любые устали. Да, в натуре. Да. Да я хочу холодную включить. Блядь, да нахуй. Фу. Ладно, я... Нахуй ты, блядь, какой выключил. Фу, мы включили. Блядь, надо выключить, ты понял. Да, Витя, мы сгорим сейчас. Я уже вся красная. Я тоже уже. Открыл везде. Да. Куда едет? Ешь. Ну вот он, где-то около Олимпика должен быть. Звони ему уже. Да, звони Ксюхе. На остановке долго стоять не будет. Нельзя стоять на остановке. Звони ему. Вот что нужно. Пока он не случился с вами. Не рискуйте. Обращайтесь к ВПХЛ. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Бля, может мне очки какие надо дома взять, одеть, не? А что-то не дома? Нормально подойдет? Да. Нормально? Нет! Блять! Да ну нахуй, мы же... Мы не въебались? Въебались? Мы въебались, короче, за. Он сейчас вызовет ментов. Ну все, пиздец. Мы врезались в машину, короче. Витя, все, жопа. Уезжаем. Братан, уезжаем. Нет. Да. Сейчас приедут менты, поехали, ты гонишь? Нет, стой, блядь. Мы, блядь, разъебались чужую машину. Да стой, блядь! Игорь! Игорёха! Да за добро ручник поставь! Где ручник этот ебаный? Куда сюда! Мы въебались в джип, короче. Прямо около Рими, блядь. Подержи так дверь! Подержи. Я нахуй, ну, блядь, это гонило. Сейчас приедут менты сюда. Блядь, я так понимаю. Надо, короче, кидай машину. Витя, слышишь? Съёбываем! Витя, съебываем нахуй отсюда. Сейчас, нет, сейчас приедут мусора. Нахуй, слышь, поехали. Вот, для съ... Как, слышишь? Выходим, съебываем. Да, съебываем нахуй. Я тормозил каждый раз. Витя, где ты? Куда ты врезался? Нормально.
Мало того, что ты не трезвый. Давайте я заплачу за это. Сколько это стоит? 20 евро? За трассу. А? Девушка. Да ну нахуй. Покатались нахуй, блядь, в свите, блядь. Возьми меня к себе. Пускай уезжает, пускай уезжает. Не, его не кину, слушай, его не кину. Не. Я, блядь, с ним поеду. Он разъебал нахуй мэрс. Просто. Витя. Просто разъебали. Витя. Все, ну пизда нам просто. Нам пизда. Да, ему пизда. Ну ему пизда, ладно. Мы все были, ну как бы. Не, нахуй, слышишь, блядь, нахуй. Мы посмотри, как разъебали машину только что, около Рима. Да нахуй. Ну, по-любому вызовет. Она уже кто-то вызвал. Да, ты знаешь, как мы там ездили? Ну, это пизда. Ну все, пизда нахуй нашему Мерседесу. Третий раз. Третий раз в одну и ту же машину, сука. Всем пизды. Ну поехали все вместе нахуй. Поехали. Витя, эй. За руль сяду, хочешь сам? Блять, за руль ты? Мы не разобьемся? Нам, слышь, надо съебывать. Надо съебывочку. Сюда его зови. Витя, поехали. Да ну нахуй. Да пизда, мы, бля, въебались, короче. Тихо. Да мы все ебошенные, короче, ну, Витя за рулем. Машина, нахуй, спиженная. Мы, короче, едем, нахуй, съебываем. Поехали. Витя, короче, давай это садись за руку, короче. Поехали. Не знаю. Ну, посмотри на меня. Ну. Да я вижу, блин, солнце. Посмотри сюда, нахуй. Ёбаный. Бля, ну. Блядь. Короче, ну, садиться точно? Нет, ты за руль иди. Если мусора не приедут, короче, съёбывайся нахуй, всё. Единственное, что номера записаны. А машину киньте где-нибудь просто. Поехали. А машину? Поехали. Поехали. Вы посадили его нетрезвого. Витя, 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 мы объедем? Объедем этот, ну. Послушай, он дважды. Парень, ты очень... Мы объедем эту дорогу. Эти машины объедем. А если он кого-то садит? Даже не думайте уезжать. Вы понимаете, что... Все, поехали. На дороге. Эл, едем. Конечно, вам поехали. Нет, все будет нормально. Спокойно. Давайте не сидеть. Спокойно адекват. Поговорим. Ты неадекватный. Посмотри на себя. Пойдем. Вот девушка поехали. Сядет за руль. Поехали. У нее белые права. Какое она имеет право садиться? Да ну на... Пиздец. Что? Потому что мы разъебали машину, поэтому и скидываем. Ясно, да, это, блядь, ну, во-первых, не ведь, ну, не наша. Во-вторых, в розыске. Встретим, мы все объебаны. Ну, как бы, ну, никто никуда не едет. Поехали. Да, едем. Едем, я его не кину, слышишь? Похуй, пусть приезжают, я его не кину. Поехали. Мы? Нет. Подержись на секунду. Ой, блядь. Посмотри на себя. Три. Едем. В 8 утра ты бухой. Тогда надо уже ехать. Нет? Еще и за руль садитесь. Да. Вы думаете, что вы делаете, Ася, в этой жизни? Бросайте машину, там чищу высоко. Да. Да. Просто бросайте здесь машину, да. И все высоко. Тем более. Эл, слышите? Я там. Жара, короче, жара, пиздец. Ой, бля. Вот так и. Это моя трансляция. Ну. Бросайся, машину все бросай. Ну, я его не могу ничего сказать. Ну, он меня... Бросайся, машину все бросай. Бля, бросайте машину, все бросай. Как ты сделал? Мне плевать, кто тебе мешал. Почему ты сел за руль, не тебе? Это самое. Он неадекват. Правильно, давайте. А если на переходе ты кого-то сбил? Никого не собьет. Человек сядет с правами и все. Где она с правами? У нее есть права. Валт, полиция. Не. Не. Я, пожалуй, отойду в сторонку, блядь. Блядь, ну да. Что случилось?
Витя разъебал чужой Мерседес. Он разъебал чужую машину. Да, да нахуй надо съебывать, короче. На этой же машине. Короче, мы едем. Что мы делаем? Едете? Куда вы едете? Куда вы едете? На тот свет? Сказала, кидай машину. На тот свет? Витя, давай, не спешим на тот свет, да? Солнце, не спешим. Пошли, пойдем ты нахуй. Ну давайте нормально. Витя! Нахуй, ну! Ну, блядь. Не. Тань, там обговор... Я только что, ну, бесполезно, понимаешь? Понимаешь, если вас повяжут, короче, с подзапятой, вам будет жопа, блядь. Вас закроют. Тихо, блин. Нахуй. Никого не закроют, блядь. Это так... Тебе так кажется, я да? Я всех закрою, блядь. На сухо. Дай 50 копеек. Есть 50 копеек? Ноль? Блядь, короче, все, она за руль уже села. Тут, ну, уже пиздец. А как вы так... Я, блядь, боюсь садить вас садиться в эту машину. Вася. Не садись? Бросайте машину и съебывайте. Он не слушает меня. Таня. Таня. Это жена, помнишь? Мы в лесу были с тобой. И там был Артур. Два Артура было. Ну. Который помоложе, это ее муж. Витя, надо выйти на туре. Пацаны, бросайте машину. Да, и да, 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 да. Все, едем. Бросайте, блин, глубины все. Есть 5 копеек? Эй, слушай, поехали. Пожалуйста, на пивас. Нет. Там твоя мама? Аня, поехали. Извини. Едем. Не, пошли, мотор поставишь, все. Да? Я с вами, блядь, слышу. Бля, мне, блядь. Да, сука, блин, блядь, ты же девчонка умная, блин, ё-моё. Кто он мне, блядь, блядь. С ним садится, и все, поехали. Перексан, фу, блядь, хуйня. Мусора понаедут, короче, и всех уедут. Пизда, я жду, да. И будет такой, ну, тоже пизда, это еще мягко сказано. Пизда, это еще мягко сказано. Ну, тут уже, блядь, не остановить, нахуй, эту поездку, блядь. Надо выкидать машину. Ну все, она звонит. Я ей сказала, выкидайте машину, короче, все будет в парк, блядь. Все, блядь. Блядь, там все, ну. Дай ей прикурить хотя бы. Прикурить? А мне, блядь. Дай прикурить. А, ну давайте, блядь, со стороны хотя бы посмотрим. Нет, дома, да. Блин, а, блядь, это байка? Твоя? Да. Ну а что? Ну блин. Я по-другому не умею. Я не виноват, он сам подошел. Не-не-не, короче, ну пиздаем, короче. Это по-любому пизда. Нет, хуя. Это спиженная машина, алло. Таня, иди сюда. Таня, приди себя. Я говорю, что эти машины, блядь. Вообще он собирался на работу. Спиженная? Нет. Ой, да ладно. Покажи Мерс. Вот он. Да, короче. Пусть он, короче, едет. Ты ему это скажи. Он меня не послушал. Ну, хочешь, что ли? Он... Ты покосай себе машину, да? Ха! Бля, кто это написал? Марина Красава. В смысле? Причем тут моя челюсть, нахуй? Так это... Ну все, ну он врезался... Пизда! Он врезался в вторую машину! Все, а теперь Витя съебывает. Витя, спасибо, все, пизда. Нормально вообще? Понимаешь, ну пизда им, нахуй.